Почему, скажем, наша ЗСУ эффективнее, чем российская армия, то в первую очередь потому, что... Инициатива. Потому что есть инициатива, и она поощряется. То есть уровень принятия решения спущен на достаточный уровень. Не избыточный, а достаточный. Тогда получается, то есть за счет скорости принятия решений мы сегодня на поле боя выигрываем. Почему нам этот успех не перенести на все другие сферы деятельности, где мы хотим быть успешными. Вот именно свободу вот эту, принятие решений. И мы получим точно такой же результат. Точно такой же и в экономике. Да. Так же, как мы выигрываем. То есть у российской армии это обязательно согласование по всем структурам. У нас свобода. Группа военная принимает самостоятельное решение. Автономно действует. За счет этого мы эффективны. То есть это рецепт.